Всем привет! Вы на канале Ягоды Гриболов. Мы продолжаем заготовку земляники на зиму. В этом видео я расскажу вам, как приготовить варенье из земляники. Для этого нам понадобится 500 мл воды, 500 грамм сахара и 500 грамм ягод. Воду мы выливаем в емкость, в которой будем готовить варенье. Добавляем сахар и ставим на огонь. Готовим до растворения сахара. Высыпали сахар и непрерывно помешиваем. Растворяем его в воде до полной прозрачности. Сироп мы будем готовить долго, чтобы жидкость стала тягучей. Готовится сироп примерно в течение 1,5 часов. После того, как сахар растворился, мы убавляем огонь, чтобы сироп не пригорал. Когда начнет появляться пенка, пенку нужно снимать. Пока готовится сироп, мы занимаемся подготовкой ягод. При желании можно освободить от чашелистиков, листочков и веточек. Я освобождаю только от сухих. Ягоды я мыть не буду, так как они собраны в сухую погоду. Ягоды чистые, поэтому отберем только листики. Сироп уже начинает бурлить. При желании можно ягоды опускать уже в этот сироп. Но я все-таки подожду еще немножко, примерно минут 20. Сироп стал нужной нам консистенции. Сейчас главное его не переварить, а то получится жженый сахар. Теперь мы добавляем в него землянику. После закипания варим в течение 15 минут. Варенье прокипело 15 минут, мы его выключаем и отставляем на несколько часов. Я отставляю до утра. Утром я разолью его по банкам. Прошло примерно 8 часов. Ягоды напитались соком, и я снова поставила их на огонь для закипания. При желании в варенье можно добавить 1-2 грамма лимонки, чтобы зимой варенье не засахарилось. Вот оно начало уже закипать, и скоро мы его разольем по банкам. В результате готового продукта у меня получилось 1,5 банки. Но я смешала его со вчерашней половиной, которая у меня осталась от другого варенья, и закрыла целую баночку. Приятного всем аппетита! До новых встреч! На канале Ягодный Гриболов.